что вот тебя еще не хватает вот для полного счастья? Ой, нет, ну нормальные кошки в марте гуляют. Но ты-то почему гуляешь-то, извините, в ноябре? Дорогие друзья, всем добрый вечер. Я прям вот, вы знаете, в срочном порядке, я уже тут раза три присаживалась, у меня то планшет поломался, то еще что-то, что-то какая-то... Ой, свечу не зажгла, я сейчас... Ой. Где у меня зажигалка? У меня зажигалка. Сейчас я тебе зажжу. Непорядок. Все, давай. Ой. Ой, вы знаете, несмотря на сумасшедшую совершенно усталость, вот сумасшедшая усталость, глаза закрываются, но другого времени не будет, потому что вы пишете, ну, Наталья Викторовна, ну, а Сарьяна-то где? Ну, а Заната как спела? Ну, что же такое-то там? Опубликовали тут все, а где Сарьяна? Ну, и вам приятного аппетита. Понимаете, мы же публиковали дневники конкурса, и там еще огромный терабайт отснятого материала, как обычно. В режиме онлайн какие-то что-то успевали, что-то я, что-то мне волонтеры помогали. А Сарьяна участвовала, она пела в последний день, уже в пятый день конкурсных прослушиваний. И, конечно, я сейчас расскажу вам. Расскажу вам так коротенько, и завтра уже опубликую, и побегу спать. Сарьянка, девочка такая, она очень скромная девчонка. И она никогда не пользуется вот тем, что... Ну, если у меня есть вот возможность какая-то где-то, что-то, как-то, она... Ну, я создала этот конкурс, я его организовываю. Она бы могла подойти ко мне. Наталья Викторовна, можно здесь у вас в оргкомитете переодеться? Наталья Викторовна, можно меня в другой день поставить? Мы в двух залах. А можно мне в этом зале спеть? Здесь лучше, здесь атмосфера-то. А можно мне в том? Тут как поставили ее, вот, ну, вот как составили расписание, куда она попала, туда она и попала. То есть она вот такой человек. И вот... В день, когда она должна петь... Я сижу в оргкомитете и пишу письмо. Мне надо было ответить человеку, который высказался о конкурсе очень плохо в связи с тем, что дочка мамы получила низкий результат. Ну, я никогда с канала, с сайта и с группы ВКонтакте никогда не убираю. Ну, на сайте там невозможно писать, а в группе «Контакт» там открытая лента. Можно писать все, что хотите. Нравится, не нравится, что не нравится, что нравится. И я не удаляю, я ничего не удаляю. Считаю, что человек, который хочет узнать о конкурсе более подробно, он зайдет на страничку и почитает, о чем, как живет, чем живет конкурс. Вот он закончился... Неделю тому назад, в прошлое воскресенье, был гала-концерт. А мы до сих пор очень плотно работаем. 10-го мы будем невостребованные документы, там, дипломы вручать оставшиеся, собираем, вывозим из дома, и люди будут приезжать, и их, мы будем им вручать все это. Сейчас наши там люди с ограниченными возможностями, категория «Особые люди» в Москве. Один коллектив, которому мы помогли, съездил, заняли первое место – девочка Маргарита Крупская, чудесная совершенно девочка, полетела, мы помогли, добавили деньги, мама, так хочется свозить дочку в Москву на этот конкурс, и мы помогли ей, она у нас стала лауреатом, она у нас победила, она полетела в Москву, там стала лауреатом второй степени, чудесная девочка. И я все это пишем, все это публикуем, делимся, кто, где. Потому что, ну, конкурс живет весь год. У нас нет такого, что гала-концерт прошел, и все, и мы завершили свою работу. Такого просто не бывает. Мы все время живем.
делимся новыми событиями, уже разрабатываем новый диплом на следующий год. То есть у нас уже мысли, вот все. Игорь вылетает 12-го в Москву, сейчас он мне сообщил. Говорит, мам, я вылетаю в Москву. Я говорю, как в Москву? Зачем в Москву? Куда в Москву? Я думала, может быть, что-то связано с ребятами, с нашими участниками. Он говорит, нет, меня, говорит, пригласили мастер-класс провести как ведущего. Я говорю, вот тебе здрасте. Он говорит, оплачивает дорогу, я 12-го вылетаю. Я говорю, оп, тебе сюрприз. Он говорит, мама, я хочу в Министерство социальной политики пойти, я хочу рассказать о нашем конкурсе, я хочу там поддержку какую-то. Ну, в общем, я не знаю, как что будет, но для Бога нет ничего невозможного. Еще 2 часа назад я ничего не знала, я еще была на работе, я еще проводила уроки для взрослых, для заочников, профессиональная переподготовка по эстрадно-джазовому вокалу. Прихожу домой, значит, никакущая. И тут открываю, значит, компьютер, а там, значит, вот куча всяких разных там новостей. И я, конечно, рада. Пускай едет, благословение ему, в дорогу, и все. И Господь с ним. А что ты отвлеклась? Я же... А, ну я о конкурсе. Я... А, о письме. Вот. И, в общем, возвращаемся. Я на этой страничке опубликованное вот это письмо... Мама недовольна, конкурс безобразный, все у вас там безобразно, вы вообще все безобразные. Вот. Вообще я с образом очень дружу. Вообще считаю, что образная подача – это самая главная составляющая в нашей работе. Сказать, что мы безобразные, без образа, прям что-то как-то обидно, однако. Ну и вот я сидела, писала ответ. Мне надо было сделать это очень грамотно и... не обидеть человека и в то же время объяснить человеку, что он заблуждается, что он не прав. Ну, как-то достучаться до него. Но это же нужно было вот собраться с мыслями. Вот у меня такая преамбула перед выступлением Сарьяны, понимаете, да, как? И вот я сижу, значит, печатаю, думаю, устанавливаю оргкомитет, суета, маята. Все бегают. Слышу. В зале, где конкурсное прослушивание, начинает звучать вступление к песне, которую с Арианой мы заявили. Она в 3 номинациях заявилась. Я все расскажу вам, постепенно все расскажу. И я такая, о, кто-то нашу песню тоже поет. Надо пойти посмотреть, как кто-то ее преподнесет. А песню она, значит, мы с ней разговаривали, я говорю, Сарьян, в какой песне уверена? Она говорит, я хочу новую музыку спеть. Мы эту песню учили прошлый год. Некоторые мне писали, Наталья Викторовна, сколько можно учить эту песню, новая музыка? Вам, понимаете, вам кажется, что это, вот спеть это так легко, подумаешь, там спел. А я вот сейчас с заочниками работаю, у меня даже Наташенька сегодня утром пришла, и она переодевается, сразу все снимает с себя, переодевается в легкую одежду, потому что это труд. Пение – это физический труд, то есть это мышечная работа. Большая мышечная работа, помноженная на сумасшедшую энергетику. Это именно, понимаете, чтобы действительно не просто так на отстань спеть, ну это может быть и никакой там, никаких сил и не вкладывается, но если вложить всю себя в исполнение песни, это очень большой труд. И очень большие энергетические затраты, душевные затраты, духовные затраты. Физические затраты. И я значит, выбегаю из оргкомитета, останавливаю там, сохраняю то, что я написала, я отдельно Word создала, и потом, чтобы перенести уже в группу. А у меня на поясе, я когда во время конкурса награждала тех участников, которые уезжали из других городов, из районов, мы выходили сразу же там через 1.5 часа, там через 1 час, через 1.5, иногда через 2, но максимум. Максимум. Старались быстрее. В основном через 1.5 часа мы успевали, как у нас по регламенту и мы прописывали награждать. Я, конечно, переодевалась, я надевала туфельки. Ну, я считаю, что ну, вообще эти вещи нельзя. Ну и что это не на сцене? Но все равно у нас это все равно мини-сцена. Мы к баннеру выходили и вручали награды. Победителям они уезжали уже в свои города. Ну что, нормально, но уже Уже готов получать награды.
А тут, значит, я в промежутках, я, конечно, переодевалась в простую хлопчатобумажную рубашку, в тапочках, значит, потому что, ну, очень тяжело, ну, тяжело. Физически, ну, тяжело. По 3 часа мы спали. И я, и сумка у меня была вот на ремне, это банан, в которой находилась камера. Всегда камера, потому что я куда-то бегу, и вдруг какой-то момент я могла быстренько взять и заснять эти коротенькие какие-то моменты. Вот так вот, пусть встает рядышком, вставай, ты же будущий артист. Ты же будущий артист, да, как зовут тебя? Демид. Демид? Какое имя потрясающее. А что ты будешь петь, Демид? Такой крутой. Такой крутой? Да. Так песня называется? Да. То есть ты расскажешь нам, какой ты замечательный парень. Да? Да. И вот я слышу вступление этой песни Сарьяниной. Думаю, о, кто-то еще поет, интересно. И бегу, значит, из оргкомитета, бегу в зал, открываю дверь в зал, вхожу, а там Сарьяна на сцене стоит. Ну, артистка, конечно, я камеру достаю, я включаю, то есть у меня получилось снять ее не с самого начала. Поэтому вы увидите вот то, что я успела снять, то я и опубликую вот в этом сюжете в конце. И потом я, конечно, я ее наругала, говорю, ну, Сарьяна, ну, почему ж ты не сказала, ну, почему ж ты не пришла? Ну, она и переодеться могла подойти ко мне, понимаете? Она на общих основаниях вот все как бы вот там где-то переоделась. То я чуть, Наталья Викторовна, не стала отвлекать все как-то. Ну, ты же понимаешь, я бы тебя записала с самого начала, как тебя объявили, как ты вышла, все это. Она говорит, да ладно, ладно. Ну, в общем, я говорю, не ладно, у тебя еще одна номинация. Я говорю, ты хоть меня предупреждай. И вот она, мне, по-моему, кто-то из оргкомитета сказал, Наталья Викторовна, Сарьяна будет сейчас петь. Она в патриотической песне заявилась еще, то есть в эстрадном вокале она спела «Новая музыка». Но она отпела эту песню на экзамене летом, а сейчас осень. Я считаю, что это нормально совершенно, что она уже в ней окрепла, она вполне может с ней выходить на конкурс. Она заявилась номинацию «Патриотическая песня» с песней «Товарищ», которую тоже пела весной, год еще не прошел, ну почему нам не петь эти песни? Она на конкурс не выходила с ними. Вот она спела «Товарищ» к «Патриотической песне». И «Одна для всех», то есть человек придумал песню, она спела еще, вот поучаствовала в этом, в этой номинации. И всего 3 участников. Как всегда, Вероничка Черединова, которая стала победителем. Вы уже видели гала-концерт, она лучше всех спела. Ангелинка Кахтур. Ей дали 2 место в этой номинации. А Сарьяна получила 3 место в номинации «Одна для всех». Песни «Человек придумал песню». А за «Товарищ» ей дали лауреата 2 степени. А вот за «Новую музыку» члены жюри оценили ее достаточно высоко, и она по сумме получила титул лауреат 1 степени. Хотя я считаю, конечно, что ну, не на лауреата 1 степени спета была. Но когда я разговаривала потом, я говорю, ну они же знают, что она моя, понимаете, я не люблю вот эти вещи, мне нужна объективная оценка. То есть там «Товарищ», 2, за «Одна для всех», 3, это честно. Они говорят, а почему здесь нечестно, Наталья Викторовна? Мы же ее видели, какой она была в прошлом году, мы видим ее рост. Она очень выросла, и она была очень органична. Она именно передала то настроение, которое хотела передать. Ведь вы же сами нам все время говорите, что основной критерий у вас вот по конкурсу – это творческая индивидуальность, это органика преподнесения. Это так. Это так. Можно туфли на сцене потерять, можно слова забыть. Никогда не будет снижена оценка. Ну, всяко бывает. Где-то голосок там где-то сорвался. Но когда ребенок на сцене просто вышел, и вот он органичен, он просто вот берет вот так вот и держит. Ну как можно эти вещи не оценивать? Техника наработается, все это придет со временем. Нам она очень понравилась, она была органична, она была замечательна. Она, вот, нам она очень понравилась. И вот так оценили, имеем право, мы жюри, не надо нам тут все. Я говорю, ну конечно имеете право, но оценили так, значит оценили так. Судьи, видите, судей 7. У меня минимум 5 членов жюри в конкурсе, в любой из номинаций. В эстраде у меня, как правило, всегда 7. То есть объективнее не бывает оценки, если по сумме получается вот такая высокая
такой высокий титул у нее. Молодец, постаралась. Я очень рада за Сарьяну, очень рада. Что-то хотела сказать, забыла. Что-то еще хотела сказать. Да голова с отдыхом работает. То подумай, подумай, подумай. Раз так, остановка какая-то. Да спать надо идти уже, спать. Я расскажу вам постепенно все. Сейчас просто что успела, какие моменты успела снять с Сарьяной. Я сейчас смонтирую, вы посмотрите ее. А уже вот такие вот детали какие-то, особенности и вот те нюансы, которые возникали, я обязательно с вами поделюсь. И еще хочу, или в отдельный я этот сюжет, наверное, отдельный сделаю. Хочу рассказать вот о девочке, о Маргарите Крупской. О девочке, которая съездила в Москву. И опубликую ее исполнение. Сделали с ней клип прямо там. Ну, мама настолько болеет, она за нее. Ну, в общем, это все постепенно я обо всем расскажу. Путаются мысли. От чего так путаются мысли? Песня какая-то есть, по-моему. Я тебя. Что за песня вообще? А! Кабриолет! Вот все, мне пора в кабриолет. Уже ничего, ни голоса уже, ни кожи, ни рожи, пора спать. В общем, вы слушаете Сарьянку. Всем вам счастливо. До новых встреч. Всем спасибо, что вы за нас болеете. Всем спасибо, что вы наблюдаете за конкурсом. А, вот и что хотел сказать. У нас нет соревновательности. Ну, да, тебя, конечно. Еще она еще не спела свою арию, да, перед сном. У нас нет соревнования на конкурсе. У нас... Как выступил? Как выступил участник, то и получил. У нас нет этой дележки, этих статуэток, там, медалей, все. Вот на что спел, на что прочитал, на что станцевал, на что сыграл, то и получил. Нет у меня такого маразма, чтобы потом у нас там... Наград не хватает, надо тут баллы занизить, чтобы уравнять. Я таким идиотизмом никогда не занималась и не буду заниматься. Поэтому у нас соревнований нет как таковых, каждый сам за себя. Каждый выходит и каждый получает свою оценку. Не дутую и не сдутую, а реальную. Ну вот теперь все, кабриолет настроен. Всем вам счастливо, смотрите Сарьянку. Мы были всегда просты, напрасно себя ты сомнениями мучаешь. Ты, и только ты. И новая музыка, новая музыка, новая. Ты обиделся совсем, а может только больше всех. Себя ты любишь, но тогда на при чем тут музыка? А ты подумай обо мне, ведь без нее мне жизни нет. Меня не хочешь ты понять, но почему ты так? Нежна ли музыка опять, с нею не совладать? Она сильнее нас пробудет, сколько раз случится. Я все равно к тебе вернусь, но только раньше я спою песню лучшую. Слова мои простые, напрасно для себя ты сомнениями мучаешь. И только ты. Напрасно ты себя мучаешь. Ты и только ты.
номер 750. Сарьяна Винокурова, номер 750. Товарищ, номер 750. А только товарищ пошел на войну. Но северный ветер ударил прибой, сухой подорожник в траву с мировой прошел он другой стороной. Когда мой товарищ прощался со мной, но песня звучала и голос сохранил. Спасибо, мамаша, за хлеб и за соль. Еще тебе, мамка, скажу я вернее. Хорошее дело взрастить сыновей, которые точно сидят за столом, которые могут идти на пролом. И вот скоро сокол твой будет вдарить, тучи горбушку ему посолить, что дружбу товарищ пройдет. Приходите к нам на чашечку чая в следующий раз. Пока!